как выглядит зимний городок. В нашем детстве такой крутотени еще тут не было. Тут можно и по круговой горке скатиться. И даже в домике посидеть. А спереди идет очень интересное здание. Раньше, по-моему, как раньше, в 90-е, в начале 90-х, в конце 80-х, в мое детство, там были игровые автоматы. Крутотенечка это была просто невероятная для тех лет. Морской бой там какой-то был, как сейчас шлем VR с дыркой. Так там проходишь на... Тоже их такую штуку смотришь, типа иллюминатора такого, и там игра. Ты кораблики сбиваешь. Была боксерская какая-то тема, где бьешь и тебе показывает, сколько силы ты ударил. Какие еще там были, я уже не помню, автоматы. Помню, что это был просто восторг моего детства. Вот за этой дверью это все было. А теперь посмотрим, что здесь находится сейчас. В общем, да. И последний пассаж на сегодня будет касаться трех организаций, которые располагаются в прямой и непосредственной близости друг от друга. Так сказать, бизнес, растущий как на дрожжах. Если слово «бизнес» здесь вообще применимо. Так, контора номер раз. Контора номер два. И если этих двух было недостаточно, то буквально за углом контора номер три. И скромно расположившийся маленький офис Билайна, очевидно приносящий поменьше денег, чем займы под проценты, как в итальянской мафии, если не больше. Да, еще, наверное, внутри что-нибудь есть подобное.